Итак, продолжаем наше видео по формовочному вакууматору. Вот берем такую модельку нашу. Формовочных листов у меня, конечно, нету пластиковых, но зато есть вот такой вот пакетик. Так, придавливаем его. О, поплотнее. Так, и включаем наш вакууматор. Ну вот такая у нас получилась форма. Все это рабочее можно использовать. Такую вот нехитрую самоделку.